Stay Alive – это довольно интересный космический платформер от разработчиков из студии Drummer Games. У ребят получилось сделать практически бесконечную космическую бегалку, которая должна увлечь игроков на один час. К вам в руки попадет маленький космический кораблик, который нужно провести по довольно извилистому лабиринту из астероидов, не забывая при этом отстреливать вражеские звездолеты, уворачиваться от летящих вас снарядов, расчищать себе путь в астероидных полях, ну и, конечно же, собирать бонусы. При первом запуске игрушки ваш звездолет будет маленьким и слабым, и скорее всего вам не светит улететь далеко от старта. К счастью, все бонусы, которые вы собираете, могут быть использованы для модификации вашего корабля, повышения его прочности или огневой мощи. Для управления космическим кораблем разработчики предлагают вам использовать систему тапов для управления выстрелами и область в левой части экрана для корректирования положения звездолета в пространстве. Но хотя это и звучит довольно просто, вам придется хорошенько постараться, чтобы достичь сколько-нибудь высоких результатов, даже на мощности в космическом корабле. Игра порадует геймеров очень динамичным геймплеем, простой, но довольно красочной 2D графикой и веселым саундтреком. Все это делает из Stay Alive довольно привлекательную игрушку, которая к тому же доступна в Android Market совершенно бесплатно. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.